Картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины», точнее последняя, 15-я работа этой серии, продана на аукционе за рекордные почти 180 миллионов долларов. И это при том, что специалисты оценивали полотно почти на 40 миллионов дешевле. Цена взлетела в ходе упорной борьбы между анонимными коллекционерами, делавшими ставки по телефону. Таким образом, «Алжирские женщины» стали самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным с молотка. До этого титул держал триптих Фрэнсиса Бэкона «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда». Кстати, на том же аукционе был поставлен еще один рекорд. Самой дорогой в мире скульптурой стал указующий человек Альберто Джакометти. За него заплатили 140 миллионов долларов.